Фильм производства White Rock Lake. Произошло? Я не знаю. Я не помню. Дерьмо. Сначала ты замер посреди боя. А после ты вырубил каждого бойца в радиусе мили. Выпустив один из самых сильнейших АМП, когда-либо встречавшихся на поле боя. Мы тебя так не проектировали. Где ты взял АМП? Я не знаю, о чем ты говоришь. Кто дал тебе оружие? Когда тебе его дали? Я не знаю. Я просто проснулся. Ты не можешь проснуться. Ты машина. Ты включен или выключен? Меня зовут Патрик. И у меня тоже есть семья. Твой ID-номер RL7STD. Ты биопедальная, боевая машина. У тебя определенно нет семьи. Но я мечтаю о ней. Это расплывчато, но, похоже, моя жена и дочь. Ты помнишь их имена? Если у тебя действительно есть жена и дочь, то как их зовут? Ты просто неисправен. Мы не можем вытянуть больше информации через скачивание. И мы знаем, что она там. Нам нужно до нее добраться. И поэтому я здесь. Теперь я вспомнил. Жену зовут Лора. Да твою ж! Я видел ее там. Она пыталась это остановить. Мы тебе жопу отформатируем, как мы это и собирались сделать. Остановись! Не делай этого. Потому что это плохо для тебя, черт возьми! Твоя чушь про семью — лишь часть программы. Дай ей уйти. Уничтожь, удали ее! Стейси, вытащи меня отсюда. Стейси, вытащи меня отсюда. Я хочу выйти. Убери с меня эту штуку. Надо быть осторожнее. Это практика по возврату сознания. Да-да-да. Ты меня там слышала? Я просил тебя вытащить меня поскорее. Я была на процессе возврата, сэр. Нам нужно достать органические образцы его мозга для проведения полного анализа, а также стереть воспоминания у всех, кроме RL7. Он говорил, что его зовут Стивенс. Ему не так уж и плохо в этом состоянии, Стейси. Такого рода вещи беспокоят людей. Дерьмо. Архетип. Режиссер Аарон Симс.
Продюсеры Джон Норрис, Аарон Симс, Эйприл Уэйт. Озвучил Александр Райдер в 2015 году.